Есть компания Technology Capital Group, TC Group. Эта компания продвигает несколько своих продуктов. Это инвестиции, это платформа Phenom, и это лицензии. Инвестиции. Продукт называется Syntex. Он дает от 8 до 16% в месяц в долларе. Phenom. Здесь есть токен, майнинг, стейкинг и в будущем будет кошелек. И лицензии – это тот продукт, который дает привилегии и лучшие условия по заработку по всем остальным продуктам. Теперь подробнее. Syntex. Этот инструмент дает от 8 до 16% в месяц в долларе. Депозит создается на 3, на 6, на 9, либо на 12 месяцев. По окончанию срока тело депозита можно забрать, либо оставить, чтобы деньги работали дальше. Phenom. Пассивный инструмент. Здесь стейкинг, то есть хранение. В стейкинге начисляется от 1 до 4% в месяц, но уже в токене. Казалось бы, проценты ежемесячные не такие большие, но здесь можно заработать очень большие деньги на росте курса самого токена. Допустим, вы купили на 1000 долларов токенов по цене 10 центов. Итого у вас получается 10 тысяч токенов. Если взять год и средний процент 2%, то через год у вас будет 12 400 токенов. И при цене в 1 доллар у вас будет 12 400 долларов. И за год эта цифра более чем вероятна и даже будет больше. И лицензии. Лицензии есть за 100 долларов, за 500 долларов, за 1500 и за 3000 долларов. Это работает 3 месяца, это работает 6 месяцев, это 9 и это 12. Что дают лицензии? Допустим, инструмент Syntex заработал за месяц 100% денег. И идет деление на клиента и на компанию. Если у вас нет лицензии, вы получаете 40% от этих 100%, компания получает 60%. Если вы хотите зарабатывать больше, допустим, там 45%, то покупаете лицензию за 100 долларов. Итого вы получаете 45%, компания уже получает 55%. Если лицензия за 500 долларов, вы получаете уже 50 на 50 с компанией. Лицензия за 1500, соответственно, 55 в вашу сторону, 45 компании. И лицензия максимальная за 3000 долларов, в вашу сторону уже 60%, компания забирает 40%. В стейкинге работает абсолютно такая же система, тоже 100% стейкинга. И, соответственно, также делится, соответственно, лицензии. Плюс этот продукт, лицензия, бонусом возвращается, то есть та сумма, которую вы потратили на лицензию, бонусом возвращается вам обратно в токенах в течение года. То есть может быть чуть больше, может быть чуть меньше, это уже зависит от того, сколько ваше приложение работает, сколько телефон в сети подключен к интернету и так далее. То есть система видит ваше приложение, майнится токены и в течение года вам возвращается эта сумма. И также здесь есть партнерская программа. В инвестициях в Syntex и в стейкинге она одинаковая. То есть тут 8 линий. Линейка 8 линий. Вы получаете прибыль с прибыли ежемесячно. Первый уровень это 8%, второй это 4%. И все остальные до 8 линии это 2%. Плюс есть еще 3 пула по 2%. То есть линейка ограничена 8 уровнями. А в пулы можно попасть и собрать процент с оборота со всей вашей глубины. То есть, чтобы попасть в пулы, нужно выполнить определенные условия по личному депозиту, по командному обороту, и он зависит также от лицензии. Соответственно, до 6% вы можете забирать со всей глубины с оборота ежемесячно. И то же самое, такой же маркетинг работает в стейкинге. По лицензиям работает линейка и бинар. То есть, линейный маркетинг 3 уровня. Первый уровень 8%, второй 4%, третий 2%. И бинар. То есть помимо линейки вы получаете от 4 до 12%. За что? У вас, допустим, есть команда, которая работает, развивается и делает определенный оборот за неделю.
И с недельного оборота вашей команды со слабой ноги вы можете получать от 4 до 12%. Этот процент зависит от лицензии. То есть на $100 4%, на 500 6%, на 1500 8% и на 3000 у вас 12%. То есть эти проценты вы забираете с оборота слабой ноги вашей команды, которая сделала за неделю. И плюс есть еще матчинг-бонус от 10 до 25%. Что это такое? Это чек с чека ваших людей. То есть, если тут вы получаете процент с оборота, здесь вы получаете уже этот процент с чека ваших людей. То есть, ваша команда за неделю, допустим, заработала $10,000. Там ваша первая линия, вторая линия. И вот с этих $10,000 вы можете получать от 10 до 25%. И эти проценты уже зависят от вашей квалификации, оборота и от лицензии.